Как проходили святки в наших краях 2 века назад? Историческая реконструкция прошла в историко-культурном центре «Старый Сургут». Студенты начали с фольклора, пригласили всех гостей ледового городка в хоровод под песнопение. А затем все прошли в теплое помещение, чтобы посмотреть сказку о царе Максимилиане и его непокорном сыне. Такой сценарий выбран неспроста. Историки и краеведы говорят, что именно этот спектакль разыгрывала молодежь 19 века, когда ходила коледовать по домам. В рамках сотрудничества Сургутский государственный университет, кафедра режиссуры и Старый Сургут представляют уже второй год народную драму «Царь Максимилиан». Пьесу эту проигрывали, значит, в святочные гуляния на Руси.